«Зимородок» стал очередным мировым сериальным хитом турецкого производства. История ветреного бабника Фериды и строгой красавицы Сейрам завоевала миллионы поклонников в России. Зрители с замиранием сердца ждут продолжения, однако финал второго сезона шумящего проекта под вопросом. Фанатов сериала огорчили шокирующей новостью. Исполнитель главной роли Мерт Рамазан Демир в больнице оказывается горячей мачо не шалил себя, посвящая все время изнуряющим эмоциональным съемкам. О состоянии первого красавца в Турции сообщил режиссер картины. У бедолаги подозрение на пневмонию. Естественно, Демира срочно отправили в больницу. Из-за этого работу над многими сценами пришлось временно приостановить. И это далеко не единственная проблема создателя популярной драмы. В связи с заменой сценаристов за основную сюжетную линию внесли коррективы.